Привет, друзья! Меня зовут Саня, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы поиграем в лифт. Страшный лифт. Копия только тут меньше. Так, что у нас тут? Балди, SCP-096, Рейк или SCP-096. Ой, стоп, а это... А, это SCP-скульптура, это сиреноголовый, какой-то гном. Кажется, все-таки вот это вот SCP-096. Бенди, походу, Спанч Боб, Слендермен, Пигги, Соник Экзе. Походу, Чумной Доктор, Фредди, оно, Монстр из лагеря и Джефф Убийца. Вот и все. Так. Вот эту вот штуку сейчас купим. Нельзя. Ну ладно. Так. Как эти костюмы-то переодеться? А капец, тут народа сколько. Еще тут что-то горит. Факел, наверное. И что это такое? А, все понял. Да, странная. Да, вот это вот монстр из лагеря. Клона, ну. Сейчас посмотрим, сколько випка стоит. Нифига, как вы... какая недорогая випка. Всего 48 робуксов. А что у нас тут есть? Пружина. О, там еще какая-то пуха есть. Наверное, может быть, с пушкой стрелять. А... Ладно, сейчас чуть-чуть денег подзаработаем. Клоун улыбается, хотя тут не надо улыбаться. Тут как-то жутковато. О, это я знаю. Тут оно сейчас будет. Канализация это... Там оно только живет. И кроме оно, тут никого нету. Кроме оно, тут никого нету. В канализации, кроме оно, никого нету. Так, это что еще такое? Это что за ноги? Не понял, это что за ноги? А, девчонка застряла в трубе. Мочилова, просто пошла Мочилова. На, нюхайте зад, пацаны. Да, нюхайте. Он, походу, мочить пошел. Дратуйте оно. Хочу оно, не убил. Ну, тут легко, только интересный. Тут сиреноголовый Пигги. Я хочу их... побывать сегодня на их этажах. У них же тут много этажей. Я надеюсь, они повторяться не будут. Или тут рандом. Что-то лагает. Чё за... Почему лагает? О, вот это круто. Фредька где-то тут сейчас будет. Да... Все лезем сюда на телек. Фредька не залезет на телек, наверное. Капец. Вот это Фредька. Впустите на телек. Сейчас откроем. Сами идите, ха.
сейчас будем баловаться, а пока сейчас Фредька сюда не придет. Девчонка в труселях. Мне как-то страховенько. Лучше по столу ходить. Девчонка какая-то с крыльями летать может, наверное. Что там? Бу. Бай, что ли? Непонятно. Так. А, чё за... Что этот чувак написал нам? А, всё вспомнил. Луна тут какая-то страшная. Луна какая-то страшная. И что это все? Как это тот эльф? Что такой гигантский? Да вот жри людей там. Впустите жердяй! Капец! Это жутко было. Клоун, здорово! Так. Так. Давайте быстрее уже. Я хочу увидеть сиреноголового пигету. У меня уже 1000 поинтов. А, это Sonic XZ. Все понятно. Только где он? Соник, ты чё, сдох? Походу, раунда не будет. Ура, Соник сдох! Ура, Соник сдох! Капец, он не сдох, он заснул, походу. Так, о, пицца. Надо купить и эту пружинку. И это зелье. И факел. Вот и все, я готов. Еху! А что если побежать с этим зельем? А что если выпить зелье и побежать с пружинкой? Вот это будет скорость, наверное. Или ничего не будет. Впустите. Так. Какой-то, Так, ладно, сейчас выпьем. Какая-то странная штука. Вау, капец, я бегаю. Хотя не так быстро. Капканчики? А, это не капканы, это скелеты. Тут какой-то нуб появился. Нуб, тебе нормально? Нуб какой-то. Иди. Валим! Подождите, это такая же скорость. То есть, если выпьешь зелье, ничего не изменится. То самое. Такая же скорость будет. Чувака рюкзачок какой-то. Меня уже убили. Йохо, ладно, сейчас факелом побегаем. Вау, как красиво. Какой-то факел мелкий. На, чувак, сейчас все пуканы поджигу. Сейчас поджигаем.
Да, все подожгли всем. Это что за... А, да, скорость такая же. Или нет? Капец. Эх, а я думал, что мы будем бегать. Капец, как быстро, как флэш я. Ну, за секунду уже успею это оббежать. Леон там что-то у чувака. А тут что такое? Это Пигги! Пигги, блин, здорово! А, свинья! Пигги, иди-ка ты! Пигги, иди-ка в жопу! А, капец! Капец, я как слышу, сейчас бегаю. Я буду... Давайте попробуем в следующем раунде выжить с факелом. Интересно, что будет. Мне кажется, тут свет привлекает убийц. Или по барабану кого убивать. Это что за штука была у чувака? А, это автомат с игрушками. Зона 51. Интересно, кто в зоне 51 будет? Напомню, я играл, там был и Рейк. Там был и Рейк, и НЛО, там все всякое было. Я не знаю, что тут будет. Капец, что у меня с лицом? А, Слендер! Здорово, Слендер! Ты чё такой медленный, блин? Давайте отвернёмся сейчас, посмотрим. Он телепортнётся. А, он вообще не телепортнётся. Это чё за читер? Ну, это легко было. Слендер медленный. А вот если НЛО будет, тогда это да. Так. Чувак тут с какой-то башкой, а. Вот тут в маске собаки, то есть. Воротник собаки и... Капюшон собаки и еще какое-то лицо. Школа. Школа Балдия. А давайте сейчас попробуем выжить с зельем. Сейчас будем бегать. Еху! Здорово, Балди! Все, мне сейчас хана! Нет, мы... Я сюда хочу! Впустите! Не понял, вы что, офигели? Как туда забраться? А вот все. Сейчас посмотрим, что там у нас происходит. А, понятно. Балди тут до нас прыгает. Он, походу, допрыгивает. Так, мы выжили. С пружиной каждый выживет. Мы тут как флэш с этой пружиной будем бегать. Как у меня рука еще не поджарилась? Еху! Фэ, тут уже всем спины расцеловал. Опять оно? Да ты чё, офигел? Сейчас с Кано пойдем, сейчас побежим от него. Сейчас, когда оно побежит, выпью зелья. У меня даже тень розовой стала. Где оно?
У чувака какая-то пушка. Так. А, вот оно. А ножичка. Оно, перевайс. Дай перевайс. Жаль, что тут биты нету, я бы ему. Как в фильме дал такой битой по башке. Еху! Все, мы выиграли. Ну, конечно, выиграть можно. Кому лицо сожечь? О, чувак, поделись пиццей. Чувак, ну поделись пиццей. Хочешь, я тебе робоксы раздам? Куда пиццу делал? Он уже сожрал. Вот гад, блин. Гад, пиццу сожрал. О, это мы помним. Сейчас Соник Экзе как вылезет. Иху! Хорошо, что тут щиток. Фу, сейчас мочил его. Вот это что за синяя штука? Пей давай! Соник, иди ты! Валим! Я тут... камон! Соник, Экзе, камон! Камон, Соник! Соник, камон! Камон, Соник! Здравствуйте, Бекон! Это... Так называют всех вот этих вот чуваков. Короче, чуваки, с которых мы начинаем. Так, у чувака драконьи крылья. Опять Спиги. Сейчас посмотрим, как Пиги появятся. О, а что если тут сидеть? Я что, убежим? Где тут, интересно, Пиги появляется? В этой грязи? То, я понял то, что... и где Пиги? А, так вот где она появляется. Пиги, здорово! Свинья, иди отсюда! Ура! Ой! Валим! Давай, жердяй, блин! Впусти меня! Мне жизнь дорогая, иди сам дохни! Вот, блин, гады! Это все из-за тебя, бомж жирный! Меня убили из-за этого бомжа жирного! Так. Пиццу нет, я не хочу пиццу. Так, это сейчас купим. Это и пружину жизни. За 26 робоксов столько хп. Да, так. Это тут все за робоксы уже. Так. Факел. Я без факела нормально сейчас побегу. Интересно, как подействует на меня, если меня сейчас ранят? Чё сейчас за... Сирена головой. А чё все на него залезли? Я тоже хочу, впустите. Я тоже хочу на сирена голова. Капец, он гигантский. Все так. Мы на сирене голову. Сейчас сфоткаем. Блин. Капец, сирена головой огромный. Он больше, чем это. Он больше, чем 13 метров.
Эх, так. Ладно. Фу, розовый. Он, наверное, это зелье выпил. На вкус как клубника, наверное. Это что еще такое? Скелет. Это эндоскелет. Не понял, это что за эндоскелет? Эндоскелет из FNAF. Ну, только во втором. А, кажется, в первом только есть он. Я не помню, кажется, он только в первом есть. Эндоскелет только в первом есть. Кто их убил? Капец, кто их убил? Чувак, где я? Этот эндоскелет нас всех поубивал. Я себе куплю пружину жизни, это обязательно. Так, пружину жизни. Это что ж такое? Сейчас проверим, что это такое. А, это щит. А что, полезная штука? Короче, покупайте эту штуку, щит. Покупайте щит. Так, что еще купить? Так, факел, пожалуй, тоже куплю. Еху, полетели. Сейчас проверим, как меня оно сейчас будет резать. Так, она быстрее регенит мне жизнь. Ну, у меня быстрее просто жизнь регенит. Не то, что в безумных соседях. Там аж регенит быстро очень. За секунду быстро уже. Сейчас поэкспериментируем вот этот вот щит. Мы сиреноголовые пиги по... Нас уже побывали на их территориях. Это кто? Рейк! Рейк! А! И что это только один раунд работает? Так, давай! Ха, чё, не можешь? Мочилово, у нас тут какой-то круг. Все, мы и у Рейка побывали на территории. Так, тут чувака какой-то рюкзак. Я не помню, чтобы его как-нибудь получить, может быть. Он сейчас за робок, сейчас посмотрим. Вот вроде его ник. Опять FNAF. Сейчас посмотрим. Никитна. Так, ну, а, подождите, это, кажется, рюкзак.
Я не помню, откуда этот рюкзак. Кажется, это в прошлом году или когда можно было получить дракона. Где аниматроник? Здорово, Фокси! Блин, опять все покупать надоело. Так, вот это вот. Вот это вот. Блин, я в два раза больше денег потратил. Зачем я две купил? Кто их купил вообще? И эти тоже две. Так, вот и все. Зато заработаем много. Это опять этот нуб там. Так. Пукан горит. Блин, даже не дал щит использовать. Надо будет сфоткать это и на обложку повешать. Наверное. А, вот это НЛО. Я не помню. Я решил, что это не НЛО, а чумной доктор. Так. Вот еще щит. Нельзя купить. Ладно, вот так вот пойдем. Юху! Так, ладно. Пошлите! Я сейчас Фокси по... впустили! Да блин, не туда, блин! Да блин, тупоголовые идиоты! Вы что делаете? Вообще туп... Да блин, ты бомж тупоголовый! Совсем, блин, уже глупый! О, да тут и Фредька. Тут, оказывается, и Фредька, и Фокси. Понятно. И Фредька, и Фокси. Так, а тут у нас что? О, площадка. Я лучше покатаюсь. Я лучше тут поиграю, чем там в лифте выживать. Они что там, випку покупают? И все, я король мира. Ладно, друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Все, спасибо за просмотр и всем пока-пока.